На первый взгляд, это обычная мастерская по пошиву одежды близ Джакарты. Однако она может произвести революцию в мире моды. Спрос на высококачественные местные бренды в Индонезии растет, но число фабрик, где одежду можно пошить, пока ограничено. Стартап «Костюм» пытается решить проблему. Он создал компьютерное приложение, которое объединяет мастеров по пошиву одежды, работающих на дому, с дизайнерами и предпринимателями. Модельеры загружают свои уникальные проекты и оформляют заказ. Программа помогает им доработать модели, выбрать правильную ткань и подобрать специалиста по пошиву. Идея создать такой сервис появилась у этой жительницы Индонезии. Долгие годы она наблюдала, как ее мать, швея, с трудом находила клиентов, хотя обладала отличными навыками. Наша главная цель – сделать так, чтобы портные по всей Индонезии работали сами на себя. Они могут создать собственную маленькую фабрику на дому и улучшать свое благосостояние. В настоящее время на «Костюм» зарегистрировано 40 мастеров пошива и около 400 пользователей в целом. Основатели проекта говорят, что многие швеи благодаря этой платформе смогли увеличить свой месячный доход с 75 до 300 долларов. А дизайнерам стало легче делать индивидуальные заказы. Юнита специализируется на моделировании одежды больших размеров. Говорит, найти хороших мастеров пошива – одна из главных проблем. Мы можем работать со стартапом, когда хотим шить только один экземпляр или заказать большое количество одежды. «Костюм» очень облегчил процесс. На нем можно подобрать ткань. Также готовую продукцию вам доставят. В конце этого года «Костюм» планирует запустить мобильное приложение и расширить свою деятельность на другие города страны.